Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешным. Номер 225, события дня. Исаия 8:10. Замышляйте замыслы, но они рушатся. Говорите слово, но оно не состоится, ибо с нами Бог. За 24 июля 2016 года. Дальше сами считайте. С тлетворным дыханием этих людей, так называемых миссионерских отделов, непоправимое совершается в вере, в сознании и надежда на то, что будет лучше, пока никакой нет. Потому что вышестоящие или тайные они, агенты зла, держат, вот таких прикормили, дают деньги им, они расписываются ежемесячно. 20 лет пудрит мозги, как говорят. Человек, профессор, не оказывается, ничего у него нету, обман, сплошной обман. Считайте. Враг, затесавшийся в число граждан России. Вот такие враги. Вот выступает иногда из Америки Скуратовский Виктор, затесавшийся из баптистов. У баптистов быть из такой ненависти, значит, ни одного дня не быть. Он не может. Он пасется на моих ресурсах, своего-то ничего нету. И как падальщик кидается на всех, которые падают. Люди это хорошо сделали. Врагов одобряет. 50 человек говорят, что это несправедливо, ему разницы никакой нету. Я всегда думаю, не похулил ли человек Духа Святого. Вплотную подошел, видимо, к этому. Это люди, занимающиеся подрывной деятельностью, засланцы, неверующие совершенно. Я еретик. Кто это объявлял еретик? По каким? Я символ веры признаю. Он, ему разницы нет никакой. Он не понимает, что говорит. Демон крутит языком и мозгами. Веры никакой. Липовые профессоры, шарлатаны. Влад. Светлана. Вот высказывание о нашей общественности, которая потихоньку оживает от беспредела. И глаза открывать начинает после столетней оккупации. Митрополит Антоний Храповицкий лишь об определенной части русского народа говорит. Это уже не народ, но гниющий труп, который гниение свое принимает за жизнь. А живут на нем и в нем лишь кроты, черви, поганые насекомые, радующиеся тому, что тело умерло и гниет. Ибо в живом теле не было бы удовлетворения их жадности, не было бы для них жизни. Вот как точно все это высказано. Сами они ничего не могут показать, ничего делать. С детьми собирает ягоды, им разности никакой нету. Он лает и лает, то есть последние минуты бешеные слюны уходят перед тем, как ему скорчиться и сдохнуть. Это животное мерзкое. Это небо сказало Василию Великому, объявляя неотступники. Пало мерзкое животное. Так авторитет от Дворкина, там, Скуратовских, прочие, которые заходят. Пало мерзкое животное. А дело веры всегда стоит, ибо с нами Бог. И ты у меня пасешься на ресурсах. Вот я сегодня выставил 11 роликов. Интересные? Да, интересные. А может он сделать? Нет, не может. А что, он может поганить. У него другого нет. Потому что это черви, поганые насекомые. Им нравится, где что-то умирает. А здесь ничего нет, и они в ярость приходят. Ну, не 2 года, 45 лет. Тысячи детей без помощи государства принять. Многие стали священниками. В патриархии все. Многие. Как еретики они стали? Нет, конечно. А как? Ну, Бог это так делает. А они ничего не понимают. Можно вспомнить и слова Гиммлера о том, что в центральной части России должно жить тупое население, примитивное, полуеврейского типа. Вот полукровки. Таким теперь оно и стало. Протоиерей Лев Лебедев из книги «Великороссия. Жизненный путь». Ну, вчера что? Богослужение у нас был, молебен. Интересно. Я стою сзади.
И не пойму, молебен-то или канон, акафист сначала считать, не все слышу. А потом поминает о нашествии на племенных. И я понял, что это о готовящемся суде, вот что на нас нападали. Вышел и спрашиваю, говорю, да нет, это дожди залили. Помолились в том, чтобы дождь перестал. Ни сено убрать, ни траву скосить не могут, ничего. Вчера интересно у меня было днем несколько встреч. Записал от оставшихся, которые уезжать не могут сейчас, потому что у них билеты куплены на 30-е. Как это было, когда набежали, бежали в ночь, в грозу, когда полиция в 22 по местному времени нагрянула. Это все заснято. Это настоящий боевик. Как бегут дети, скрываются прямо и в грозу бегут. Вообще это удивительно. И вчера гляжу, наши выгоняют коров, а выгоняют они после обеда. В 12 загоняют, а в 4 выгоняют. 4 часа стоит скотина. Ну, считают, что так надо. И вот выгоняет одна девочка. Я сколько говорил, не делайте этого. Дома сидит парень, смотрит телевизор. Девчонка пошла. Девчонке там, ну, лет 15, больше нету. Прекрасное видом. И поворачивает их там, где купаемся, туда, вниз сгоняет. Я вижу, не ладно, туда подгонять нельзя. Потому что берег обрушивается, поить нельзя, все предупрежденные. Я на велосипед и Виталию говорю, возьми пруд какой-то, беги за мной, может быть, отогнать надо скотину. Вот это все можно было заснять, я потом только уже вспомнил. Целую неделю с собой у меня записывающий аппарат, а здесь как раз дождь прошел, и чтобы не замочить, я его оставил дома. Ничего в руках нету. Подъезжаем, она согнала вниз до огородов. До огородчика нашего. Но дальше не погнала. А там Ерема с Егором Королевым рыбачат. Это картина такая. А дети остальные купаются. Купаются с ними. Старший 19-летний, умеющий хорошо плавать. Все оконтурено поплавками. Ну, все как положено у нас сделано. А на той стороне, прямо напротив наших плацы, называется, где дамба, или, как сказать, пирс. Батюшка с Игорем рыбачат. Прямо напротив, с другого берега. Я только потом уже понял. И рядом скотина пасется, гурт скота и отара овец. И вся зеленая трава. Но настолько прекрасно и ничего не заснял. Но и составить искусственно нельзя. В другие дни Игорь не свободен, батюшку туда нет, а уже ребята последние в субботу уедут. То есть абсолютно невозможно повторить вот кадр, порадовать людей, как это. И эта девочка подошла, там Иеремия с Егором, они рыбачат, и она стоит, разговаривает, смеются, ну, как Николай Рубцов пишет, скромная девушка мне улыбается, сам я улыбчив и рад. Вот это, эти строки припоминаются здесь. Потому что воскресенье, кажется, у нас такое длинное. Встречи, беседы, потом прошли занятия, 15 глава Евангелия от Матфея. Вот, те, которые на нас лютуют, у них ничего этого нету. Нету. От страшной нечеловеческой зависти они лопаются. Ну, опомнитесь, вам это надо. Жизнь-то ведь уходит. Посмотри на себя в зеркало, что осталось от прежнего. И сейчас-то, и вот, ну, явно сказал, нет, еще раз зайдет, еще пакость скажет, и еще раз зайдет. Ну, то есть сатана. Это сатанеет просто. Вот. Сейчас из всех это Скуратовский из США, из баптистов, как бы перешедшие. Жалкая душонка. Ну, только молиться, думаешь, ну, видно, что уже не пробивное. Где-то перешел эту грань злодейства. Ненависть к добру. А почему Дух Святой похулился? А святые отцы объясняют, ненависть уже не ко Христу, а к добру. Когда он задает вопросом, добро или зло делать? И они молчат. И он с гневом воззрел на них, скорбя об ожесточении сердца. Вот это такое сегодня. Эти. Какое плохое где-то кто-то скажет, ну, нападает на нас потребнадзор. Ясное дело, что не по делу, не было организации этой. Они ничего не дали, ни рубля. У меня минимальнейшая пенсия бомжа. Почему? Власть меня гнобила так. Не давали работать нигде.
Только при неведомости на охрану, а сторож он получает. И такая и пенсия. А 35 лет у меня стажа трудового по книжке. Можно было хлопотать. Я работал на корабле, когда в Латвии там ничего не добьешься. Другое государство теперь. И вот такое дело. И вот они радуются, что на меня напали. И эти радуются. Значит, ну, совершенно неверующие. Даже если враг твой, говорит, упадет осел у него под тяжестью, и тогда разбьющего нет, и не достучается. Они бы не были такими, если бы не считались верующими. А так пойдет попон, его накроет, все простит, безумие. Вот протоиерей Илья Лебедев, я с ним переписывался, знаком, были несогласия какие-то. И вот проходит время, все становится более ясным. Вчера все договаривались, ездили тут. Кто-то просит ягод в город, где набрать. Весной ударил мороз, ничего по цвету, ни черемухи, ничего нету. Вот, ягода-то была попозже, которая... А потом дальше опять нормально расцвело, и вдруг бац, мороз. Все погибло, и опять пошла нормальная температура. Так осенью. Бац, мороз. Померзло, что помидоры все. А дальше идет спокойная, хорошая погода. Почему? Зачем? Но это во власти же Бога. Бог бы мог не делать этого. Вот тоже тайна такая. У верующих там бабушки не успели убрать. На огороде все лето трудились, и все замерзло. Внезапно, совершенно неожиданно. А дальше стоит жаркая погода. Все бы должно свести. Помидоры бы зрели. А уже ничего нету. Мороз все пришиб. Пришиб. Но если уже так, дальше уже говорит, так это же не без воли Божьей. Ну почему? И весной такая же. Раз. Расцвело, Господи, ну ты дал хорошую погоду, все расцвело, тепло, черемуха цветет, ягоды в поле, разные-разные ягоды здесь есть, и вдруг мороз до 7 градусов, все, хрустит под ногами трава, листья обвисли, а дальше опять тепло, то есть убил все, что Господь дал, дал и убил. Вообще это странно все, и это из года в год. Все время, каждый год. С чем это связано? Как объяснить? Не знаю, что Богу не нравится то, что вперед сделал. Так нельзя сказать. Непонятно. Богу угодно, чтобы мы были нищие? Ну нет, конечно. Но Бога славили за то, что все цветет. Теперь Бог взял все это, отнял. Но один раз, два раза, но это десятки лет, ежегодно. Надо только благодарить Бога, славить. Что-то испытание какое-то или что в этом. Даже объяснения никакого нет. Бывает, одна вдова живет, у ней все выросло, и раз, все погибло. Погибло, а дальше жара. А что она теперь мне жара, когда в огороде ничего нету? И весь сентябрь прекрасная погода стоит. А то бывает прям в июне ударит мороз, все погибло. Погибло, а потом, ну да, чего-то оно расцветало раньше. Вот так это переносить надо на жизненное. Видимо, в этом глубокий какой-то смысл. Трудно даже понять. Ну вот дальше у нас есть наши ресурсы показать. Вот у нас. Это вот мой мир. Я в моем мире. Вот здесь можно заходить. Тут петицию составили Медведеву. Не знаю, какой от нее толк. Вот заходят люди. И смотришь, когда люди вот так вот смеются, там прочее. Ясно, что о смерти не думают. И все это вдруг погаснет, исказится болью сердце, лицо, и все кончилось. И с этим отошли. Вот сюда можно заходить. Тут очень много у нас. Но осенью, если Господь благословит после 10 октября, я постараюсь перенести туда, на наш вот, на мой мир, то, что ставится в Ютубе. Вот это вот православный форум наш. Вот в одной теме, вчера кто-то зашел, тут большое, и говорит, здесь кроме Лапкина никто больше не общается. Что он имеет? Александр... 1978, Украина, Киев, и непонятно, новый посетитель, случайный прохожий, зашел. А зачем? Мы не общаемся. Вот заходят, вот сегодня, даже можно посмотреть, там
270, 370 человек. Это просмотров, посещение, посещение. И там все, вот выступает, все общаться, ты готовая, слушай. Иногда десятки страниц, десятки роликов в этой теме. Общаться надо. Чего общаться, когда все сказано? Там говорит Иосипов, что Дмитрий Смирнов, Андрей Кураев, патриарх, служба идет. Общаться. А что тут общаться-то? Склад есть. Ты зашел в магазин, ты свободно берешь, что тебе надо. Люди вымерли, как я, легенда. Никого нигде нету. Но магазин остался целый. Так вот у меня здесь очень полная, богатейшая информация. Заходи, это не надо поругаться. Но очень хорошо об этом говорит Петр Мещеринов. Вот как начинает, даже какие-то пытается в сети создать коллегиальное собрание и заканчивается упреками друг друга, а дальше начинает ругать, ну, как правило, матерками. Православные. Ничего не получается. Дружбы нету. Сказать брат-сестра, это уже баптисты только, братья, мусульмане, братья-сестры. У нас нет, у нас враги все друг другу. Вот у меня здесь богатые ресурсы. Приходи, пей, ешь. Нет. Ему нужно общение. Какое, непонятно. И вот сегодня я выставил сколько здесь? 11 роликов. 11. Это и утро. В общей сложности. Сейчас я посмотрю. Полчаса. Да. Ну, часа на 3, наверное, выставил. Утренние молитвы на холме. То есть большие материалы. Это уже по 16 есть. 12. Вот пока говорил, и кто-то еще зашел. Старик Хаттабыч. Понятно, что он может сказать? Вот когда начинается, все скрывается, все как змеи какие-то. Зачем это нужно? О паспортах. Причем материться не надо. Во имя Отца и Сына. Вот видите как. Они заходят. Ругает христиан матерками. Новая комментарная. Ну что же. Ничего не сделаешь. Образ зверя. Видите, сколько всего. Как понимают. Карта. Ну и благословен Господь, да будет имя его прославлено. Сегодня с утра решили дерево, тут надо проводами нависло, вчера советовались, и были бы машины, как в городе люлькой поднимает, можем, а громаднейшие это поля, и близ дома, и во время бури отрывается там, может быть, сетера полтора, один сучок, прям страшно даже, и еще пока сделать не можем. Господу слава.